Наконец-то настал тот момент, когда мы сможем выполнить свое обещание и рассказать вам о второй части игры, прочно занимающей почетное место в десятке лучших игр для Sega Saturn. А именно речь сегодня пойдет об игре Panzer Dragoon, часть 2. Не сомневаюсь, что все вы помните содержание первой части, которой представитель племени охотников, населяющих нашу землю в далеком будущем, стал свидетелем жестокой схватки, в результате которой нежданно-негаданно стал обладателем и наездником боевого голубого дракона и узнал о грозящей планете опасности со стороны алчных империалов, в руки которых попали смертоносные технологии предков. Первая часть закончилась хэппи-эндом. Но, как это уже повелось, зло живуче, и малейшая его уцелевшая часть как-то удивительно быстро не просто восстанавливает свои силы, но и многократно приумножает свою мощь. Видимо, кровопускание оказывает на зло сугубо терапевтический лечебный эффект. А силы добра, одержав победу, напротив, пускаются во все тяжкие и в отсутствии внешнего врага потихоньку, а то и с особым усердием, занимаются самоуничтожением. Эта участь постигла и племя охотников. Они сами довольно быстро освоили технологии, отравляющие окружающую среду, и что самое удивительное, занялись уничтожением драконов, то есть тех, кому, можно сказать, были обязаны жизнью. Единственным человеком, кого не тронула коррозия мирной жизни и кто сохранил лучшие свои качества, был наш знаменитый наездник голубого дракона. Своего крылатого друга ему, по-видимому, уберечь не удалось, но зато он с риском для собственной жизни спас и вырастил детеныша дракона. Тем временем остатки империалов, пользуясь тем, что лучшая часть человечества увлечена самоедством, создали новый, еще более могущественный боевой флот и в одночасье уничтожили столицу доблестных охотников. Наш герой, благодаря тому, что в это время тайно выгуливал своего дракончика, конечно же уцелел и получил еще один шанс еще раз спасти мир от новой чумы, чем тут же успешно и занялся. Завершая свой немудрёный рассказ об увлекательнейшей, на мой взгляд, игре, хочу лишь отметить, что слава богу, качество графики, свобода выбора и удобство управления шагнули далеко вперед от и без того совершенной первой части «Панцер Дракона». Sega Saturn не устает удивлять своими возможностями своих поклонников. А мы вместе с тем рады подчивать вас все новыми и новыми чудесами 32-битных сказок. На этом.